Значит, когда немцы напали на Советский Союз в 41 году, значит, мне было 3 года. И из-за войны, что началось в Севастополе, я же там родился, нас эвакуировали на пароходе в Грузию. В Грузии, там, в том районе, куда нас переселили, в Тбилиси, там войны не было. Ну, трудности были, конечно. Нас тогда не потесняли, ничего, все нормально было, более-менее. И я работал, и жена моя работала, потом дети родились. Погибло, невинных людей много бросали в тюрьму, их пытали, убивали, вешали, расстреливали. Плохое было дело, но, наверное, лет 10-12 плохо было, вот так людей расстреливали. Ну, не обязательно про него, ну, что-то... Ты сказал, что это мне не нравится, значит, тебе уже эта власть не нравится, значит, и тебя, значит, арестовывали. Плохо доставались продовольственные товары или промтовары, вот одежда. Надо было искать, кому-то деньги давать больше, чтобы доставалось тебе. Или же рано утром надо было ходить в магазин в очередь, становиться, чтобы тебе достался кусок мяса. Плохо стало с едой.
решение. Если бы ты хотел поменять, тебя бы застрелили. Советский Союз, ну, немного было что-то. А так я, конечно, не поддерживал, что там было, потому что там всегда было с трудностями.